Шуба-дуба-дуба-пада-па-па. Кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтобы тебе все доходило. Спасибо. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием... Человек без руки. Handless Millionaire. Это старая очень игра, но YouTube мне недавно ее напомнил. Он такой, типа, смотри, есть такая игра. И я такой, есть такая игра, здорово, давай поиграем. В общем, фишка в том, что у тебя есть рука. Вау, как неожиданно. И у этой руки есть гильотина. Наша задача хватать своей рукой, вот это загребущий, хватать, короче говоря, деньги. Это наша задача. Именно так зарабатывают стримеры. Ты думал, стримеры стримят? Ты думал, стримеры работают на заводах? Не, на самом деле я тебе покажу, что будет такое. Посмотри на эту рожу вот там вот. Что это за лысый чувак, которого нравится, как я болею, страдаю. Так, поехали, давай, раз, два, три. То есть наша задача быстро схватить, иначе минус рука. Оп! Тайминг! Да, игра с 2015 года. Именно так зарабатывают стримеры. На самом деле это отсылочка на... Кто? А! Ёпта! На самом деле это отсылочка на кто хочет стать миллионером, потому что парень уже изменяет свое лицо, он что-то немного недоволен. Так, слэш! Бля, он теперь... О-о-о! Ничего себе! Кто-то побеждает! А пальцы мне вырезать не могут? Пока я прохожу очень легко. Пока я прохожу максимальнейше легко. $500, давай. Бля, он доволен. Сидит такой. Ааа, хорошо. Да. Именно так стримеры зарабатывают. Нет, а ты как думал? Ты как думал? Берем, все, все. Я бы в этой игре был мастером, потому что тайминги это мое все. Мне интересно. О, теперь этот парень недоволен. Он такой типа. Это Балди, кстати, по-моему. Отвлек меня, козел лысый! Ваша работа, вы заработали $500. Минус $70 за каждую гильотину. А можно еще руку? У меня есть вторая рука. У меня есть вторая рука! Одна рука ушла, а вторая пришла. Это не проблема. Не проблема для взрослого мужчины 2 года. Ты знаешь, что я этими руками... Ой. Ты знаешь, что я этими руками вот этими вот делал, а? Ты знаешь, что я бы этими руками делал? Каждым из пальчиков, что я делал? Я делал ужасные вещи. Блин! Чё ж так не фартит-то, а? Да ты можешь своей рукой загребущий хватануть нормально. Да ты дурак или куда? Хватай. Вот, все, нормально. Главное быть спокойным. Главное быть спокойным. И помнить о том, что у тебя две руки. Если еще руку отрежут, я буду ногой. Понимаешь? Я могу ногой вот так вот. Вот так. И все, и хватать. Так, смотри, собрались. Да ты дебил или куда-то? Все, нормально. Стоит на него покричать. Как только ты на него кричишь, уже все будет хорошо. Все, побеждаем. Я понял эту игру. Ого. Слушай, что-то быстро. Почему ты неправильно делаешь? Так себе и надо. Доставай ногу. Доставай ногу. А, все, он умер. Слабак. После двух рук умер. Давай. Сейчас выходит. В предыдущий раз был Валерка-дебилятор однорукий. Ну, ты понял. Валерка-герой одной руки. Сейчас вышел Андрей. Андрей-победитель. 2 года взрослый мужчина. Прохожу легко все. Чекай. Просто чекай. Бам-бам. Так, вот только научиться бы мне нормально хватать деньги. Вот с этим проблема. С хватанием денег у меня самая большая проблема. 5 минут назад, Андрей. Главное быть спокойным. 5 после этого минут. Оп-оп. Видишь? Четкость рук и меткость хирурга. Это я. Это я. Оп-оп. Видал? Тайминги. Все, легко проходим. Легко проходим. Сейчас у Андрея будет плюс $1 000 000. Я не знаю, сколько там, надеюсь, рук не потеряю. Руки мне нужны в этой жизни. Руки мне нужны, я постараюсь их сохранить. Тебе руки нужны? Если тебе руки не нужны, позвони, я могу, типа, купить. Ну, ты понял. О, он офигел там, смотри, даже парень сзади охренел этого факта. Все. Изи, изи. Лемон сквизи, деньги забери изи и уходи изи. И все, $4000. Так, давай, покажи мне, на что ты способна. Покажи, на что мне способна. Блин, ну это трудно, на самом деле. Кто-то мог бы сказать, но не я! Я не говорю, что это трудно. Я, понимаешь, если у тебя в жизни, я когда-то об этом говорил, но вот, если у тебя в жизни возникают проблемы, вот это, допустим, проблема, знаешь, что с ними надо делать? И все. Понимаешь, надо их просто побеждать. Надо стараться и преодолевать. И все. Ай! Чуть рукой сразу не полез. Я причем видал? Четенько так прилетел. Четенько пролетел, прям в милиписечке там. Вот эта вот милиписечка уже хотела ударить меня по рукам, но я увернулся. Андрюха идет к победе. Там он в как...
Он превратился в собаку из ВКонтакте. Знаешь, собака, когда тебя банят, там появляется ВКонтакте. Вот это вот оно. Так, вот это вот самый идеальный момент. Ой, я бы мог. Идеально! Мне нужны мои руки. Он пытается скрыться, или это Джоджо Позинг? Я не знаю. Пам-пам-пам! Все, хорошо. Давайте, ребята, сожми за меня кулачок. Сожми за меня кулачок, вот прямо сейчас. Я вижу, что ты не сжал. Я вижу, что ты не сжал, сожми кулачок, мне нужна твоя помощь. Сожми за меня кулачок, иначе руку отрежут. Так, вот сейчас будет самое оно. Вот, вот этот вот момент. После дык-дык. Ага, вот двойной дык-дык. Ёп! Ты же улетел! Продолжаем! Есть другая рука, продолжаем! Это было нечестно, это было несправедливо, но заорал он больно. Это был не я! Это был не я! Это был кто-то другой! Кто-то другой! Все, сейчас будет победа! Вот сейчас будет победа, смотри. Оп-оп, все, хорошо. Не повезло, просто не повезло. Ах ты! Это он меня пнул! Он меня пнул, он меня отвлек. Все, во всем виноват он. Во всем виноват он, не я. Все нормально. Смотри, показываю. Вот теперь все хорошо. На самом деле это не рука. На самом деле у него две руки отрезаны, и это вот теперь не рука. И не нога. А вот сам угадай. У тебя пальцы отрезаются! Так, ладно, бери деньги и заново. Как тебя зовут? Ладно, меня зовут... Да нет, не реклама, только не реклама! Нет! Парень. Я не знал, что у него отрезаются пальцы. Ну, я не знал, что пальцы умеют отрезаться. Ну, блин, ну, типа... А кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что пальцы отрезаются? Пальцы так не делают. Обычно пальцы держатся. Держатся хорошо. А ты знаешь, кстати говоря, что пальцы очень легко откусить? Я тебе говорю не делать этого. Но пальцы очень легко откусить, они как морковка. Я где-то это слышал, что вот... Единственное, что тебе не дает откусить твой палец, ну или палец твоего друга, это понимание того, что ему будет больно. Прикинь, как мило. Ты волнуешься о том, что ему будет больно, поэтому не откусываешь ему палец. Я не знаю, зачем тебе это знать, но тебе... Ну, типа... Теперь ты это знаешь. Теперь ты это знаешь. Оп-оп. Я тебе говорю, просто пальцы так не делают. Обычно пальцы не отрываются. Обычно пальцы не отрезаются. Ой. Видал? Чутенько. Так, это сколько у нас? Мы на 32 тысячи, да, по-моему, остановились? 32 тысячи. Но это не деньги. Ты дятел тупорылый! Собака боссаная, ты нормально брать будешь или нет? Я не злой, все нормально. Все хорошо. Все запланировано, все по плану. Вот сейчас. Пам-пам! Хорошо. Хорошо. 16 тысяч, пошли, дошли до того. Помним, что пальцы имеют свойство отрезаться. Ага, после вот этого дык-дык. А! Да так! Ты граблями своими будешь брать или нет, а? Ты грабли свои будешь использовать по назначению? Эти твои грабли сам сейчас откушу. Твои грабли сам сейчас отрежу, понимаешь? Дурилка ты картонная. Ха-ха-ха-ха-ха! Мне дали дебила! Мне дали дебила на работу! Соберись, овца! Так, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. 32 тысячи. Что там у нас по таймингам? Пам-пам-пам. Угу. Пам-пам. Пам-пам. Да почему ты такой тупой? Ты заслужил это, понял меня? Ты заслужил это! Ну, и теперь выходит мастер. Все, вот теперь прохожу. Идеально. Смотри, оп-оп. Все, вот сейчас я прохожу просто по-мастерски. Нет, я тебе не обманываю, просто я понял, как играть. Наконец-то. Фу! Я понял, как играть, видел? Я даже поигрался. С этой гильотиной немного поигрался. Я просто немножечко так позаигрывал с гильотиной. Ну, бывает такое. Ну ты дурак или куда-то? Вот, все, хорошо. Все хорошо. Не надо откусывать палец.
Я вижу, что ты хочешь откусить палец после того, как я рассказал тебе про морковку. Не надо. Не надо откусывать пальцы. И вообще ничего не надо откусывать. Много чего у тебя на самом деле в теле похоже на морковку. Не надо это проверять. Так, все хорошо. Сколько у нас сейчас? 500? 500. Отлично. А, нет, 1000 уже. Ага. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все. До 32 тысяч мы с тобой пока что максимально зашли. Максимально зашли до 32 тысяч. Все, давай, гильотина, давай без заигрываний, хорошо? Давай без заигрываний. Я просто к тебе подхожу и забираю у тебя все, что у тебя есть. И все, все, гильотина и я, мы друг друга поняли, это лучшие друзья. Можете нарисовать какой-нибудь там, я не знаю, арт, где я и гильотина, и мы прям вообще друзья такие, что прям ух, обосраться просто. Так, ты вот это вот прекрати. Прекратила, видал? Я попросил, главное хорошо попросить, и все будет нормально. Сколько у нас сейчас? 8 тысяч. Ух ты, ёпта. Чуть опять пальцы не проверю на отрезание. Тын-тын. Вот это вот тысяч-тысяч-тысяч-тысяч. Всегда все надо после тысяч-тысяч делать. Тысяч-тысяч это хорошо. Если тысяч-тысяч это вот нормально. Тысяч-тысяч и все. Вот видел тысяч-тысяч? Максимально надо подойти. Ага, вот сейчас надо было. 32 тысячи. 32 тысячи, как с куста. Как с куста, просто если бы на деревьях росли деньги, то это был бы я. Там, жил бы под этим деревом. Ух, вот это сложно. Максимальная концентрация, соберись. Блин. Мне страшно. Я ссыкло! Достаем все, что есть. Я достаю широкий штанин, дополнительную руку. Так, давай. Ой, йо-хо! Мы прошли дальше. 24. 24, 64, 64. Ага, вот сейчас. Ой, тапы-тапы-тапам! Ау! Это было больно. Так, нормально. Все хорошо. 125 тысяч. А где тайминги? А, вот он. Пипец, тут времени мало. А, видишь, она качается. Да ты дуру дал. Соберись. Сожми за меня кулачок. Я тебе говорю, сожми за меня кулачок. Вот это очень надо. А, кстати, у него мама ребенка там на фоне. Вот это вот самое время. Ждем, пока она опустится вниз. Она прилетела сквозь мою руку. И этот дятел опять не взял! Сутулая, безрукая псина, тупая козлина! Хай-хай! Вот тут вот надо было. Так, почему ты не берешь? Ебумба! Да пальцы себе отрежешь еще сейчас. Надо, когда оно опустится. Сейчас опустится. А-а-а, оно не опустилось. Сейчас будет. Вот сейчас надо было. Сейчас надо было. Вот это тяжелый раунд вообще. Я с ума схожу с этой дурацкой игрой. Почему он такой дебил? Макака необученная. Алло! Ша! Ты будешь брать или нет? Ты деньги нужны? Нет? Тебе рука не нужна? А ну почему он не берет? Я не понимаю! Че он не может вот тут вот культяпкой за вот это? Хап-хап-хап-хап! Вот надо обязательно. Ну вот, если есть предмет, ты сможешь его вот так вот взять, правильно? Дебила, кусок. Ты заслужил! Понял меня! Да ну его, он дурак! 64 тысячи мог получить. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось и вы хотите продолжение этого самого более страшного хоррора, чем любой другой хоррор, я что-то не знаю, я прям вошел в эту игру. Я прям вошел в эту игру. Ты видел, в конце я прям максимально пытался концентрироваться, чтобы смочь
Вот, но, к сожалению, не смог, потому что не очень хорошо тайминги пока тыкаю. Если тебе понравилось, напиши в комментариях, мы с тобой продолжим в следующий раз. А пока на этом все. Всем пока, до скорого, удачи.